Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Сейчас мы будем ремонтировать ноутбук Asus. Неисправность в нем заключается, что не выводится изображение на экран, то есть подсветка есть, а изображения нет. Мы произвели диагностику, выявили, что неисправен видеочип. Сейчас мы будем устанавливать новый видеочип. Приступим. Наносим флюс на видеочип. Видеочип будем снимать на инфракрасной паяльной станции. Приступаем. Сняли видеочип, теперь зачищаем контактную площадку. Наносим флюс. И устанавливаем новую микросхему. Мы вам показали, как меняется видеочип на ноутбуке Asus. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!